Добрый день! Сегодня суббота, выходной день, прекрасное у всех настроение. И мы приехали на природу половить рыбку. Хочу вам показать эти замечательные места. Это река Днестр, Одесская область, рядом Молдавия. Посмотрите, какая здесь красота. Вот у нас костер, огонек горит. Это пока мы все палим, то, что оставили люди. Покажу вам эту красоту природы. И расскажу, как ловится рыба в этих местах. Мы только приехали недавно. Люди здесь ночуют. Мы приезжаем на день и все успеваем. Рыбки наловить и отдохнуть, и загореть. Послушать пение птиц, всяких животных, насекомых увидеть, и лягушек, и даже змеи попадаются. Очень хорошо, дикая природа, джунгли. Вот сидит лягушечка в водичке. Они на берег выходят тоже. Вот здесь мы уже поймали одну рыбу. Ой, лягушка. Покажу. Вот она плавает. Карасик. Мы только приехали. Вот уже крупненькая рыбка одна есть. Берег везде. Очень много людей, у всех выходной, люди отдыхают, время ни зря не теряют. Кто на море едет, а кто и любит природу поспокойней. Вон стрекозы летают. Вода тихая, спокойная. Солнце не сильно печет. Пока получаем удовольствие. Вот лягушка прибежала к нам. Вот как она красивая. И она не поймет, то ли мы к ней приехали, то ли она к нам. Она нас в гости пустила. Вот еще одна сидит. Видите, сколько их? Птички поют. Там с той стороны подъезда нет. Там заповедник. Там остров. И вокруг все омывается водой. Туда подъезда нет. На лодке еще можно подплыть и ловить там рыбу. А в основном с этой стороны по центральной дороге проезд через Молдавию. В Молдавию. Дальше граница. И здесь на берегу все ловят рыбку. То есть едем с Одессы на маяке через мост. Молдавия. Чайки. Дикие уточки. Сейчас лодочка будет проплывать моторная. Вот так мы сидим в выходные дни. На такой прекрасной природе. Отдыхаем. Позже будем жарить шашлычок. Шашлычок будем жарить? Да. И наслаждаться всеми дарами природы. У нас здесь дерево ива, тенек. На берегу замечательно. Вот видите, на ту сторону человек подъехал на лодочке.
и что-то там будет делать. То ли сеть тянуть, то ли останется рыбу ловить. Он кинул якорь. Наверное, будет рыбку ловить. С той стороны поменьше людей и рыбы больше. Она там в ямах плавает. Ну ничего, всем хватит рыбы. Нам с этим, на этом берегу тоже будет рыба. Вот такие здесь прекрасные места. Иногда проплывают лодки моторные, иногда катера катают людей. Люди веселые, счастливые, поют песни. Какой рыбак, увидели? А что? Поржать. Да блин, рыбу распугали. Клюнула рыбка. Давай. Сейчас посмотрим, что мы поймаем за рыбу. Да, уводи, уводи. Вот просвет, видишь? Просвет. Крути, крути. Просвет, просвет уводи. Давай, давай. И потом крути, не останавливайся. Большая, наверное. Сюда уводи, уводи сюда. Интересно, вытащим рыбу или нет? Ушел. Тяжело тянулось. Тяжелая была рыба, и травы очень-очень много в воде. Зеленая лягушечка прибежала ко мне. Видите, какая она? Крупненькая. Там рядом еще одна стоит, на меня смотрит своими глазками. Думает, кто такая. Вот она сидит. Покажу вам ближе. Ну, какое чудо природы. Это другая лягушечка. Они тоже отличаются породами. Комарик летает. На комариков ловит. Дай лягушка. Что-то брошу. Хочешь? Вот так, пошевелись чуть-чуть, покажи, что ты живая. Убежал. Угу. Прям сидишь, наслаждаешься природой, отдыхают мозги, кукушки вдалеке куйкуют. Стрекозы жужжат, ветерок подувает, чайки летают, рыбаки сидят. А на том берегу рыбаки сидят. И какая красота. Я вам передать не могу.
приглашаю всех на такой курорт. Приезжайте, наслаждайтесь природой и отдыхом. Это замечательно. Мой рыбак все-таки смог поймать рыбу. Покажу вам. Сейчас он ее унесет в садок. Идем. Достань этот садочек. Иди вот туда, становись на досточку. Достаем садочек и ложим вторую рыбку. Так, у нас уже две рыбки. Все, ставь. Рыбалка продолжается. Ну, удачного рыбака с собой взяли. Главное взять рыбака и удочку. А рыба будет. В любом случае. Где-то лебеди летят. А вон полетели. Лебеди летят. Красота. По Днестру катаются люди на лодках. В одну сторону, в другую сторону. И всем очень весело. Вот с таким вот на катерах. И нам делают волны. Сейчас они далеко приплыли. А когда близко плывут, такие волны к берегу приплывают. Сейчас покажу вам. Вот уже идет от них волна. Сейчас она дойдет к нам. Если не разобьется по дороге. Посмотрим. Во. А было очень спокойно. Катер все сбушевал. Вот такие волны. Еще сильнее. Как будто бы море в Одесской Аркадии. И резко становится тишина. Птички поют. Все продолжается. Природа восстановилась. Она возле мамы. А, да. А ну лови. Нет? Не успел. Мы что-то поймали. Сейчас посмотрим. За деревом. Видишь? Ловим мы на спиннинг. Поесть рыбка. Ушел? Жалко. Так, дергал. Ну ничего, поймаем в следующий раз. Ловим мы на мамалыгу червяков. Червяков мы купили при выезде из Одессы. У нас есть магазин, мы покупали червяков. Дергал паразиты, сошел. Дальше здесь есть кукуруза и горох. И для запаха чесночные приправы. Чесночную приправку добавляем в мамалыгу.
на рыбалке мы даже повстречали богомола. Вот он какой красавчик. Не кусается? Интересно. Он выжидает добычу. Ай! Ой, господи, какой он страшный. Маленькое такое, а страшное. Чуть меня за палец не цапнуло. Подожди, давай не по вот этим. О, на листик вцепился, как быстро ходит. Как-то лапы поднимает. Забери свой тапок. Смотри, как интересно он ходит. Передвигается. Я еще так вблизи не видела. Иди рыбу поймай. Надо, наверное. Ой, быстро убегает. Бери ногу. Ногу к тебе ползет. Страшное такое создание. И по веткам как быстро переползает. Такое чудо тоже на природе встречает. На этом буду заканчивать свой выходной день. Всем удачи, всем пока!